Сегодня 5 июня 2016 год. Это Днепропетровск. Стадиончик Агросоюза. Здесь, как всегда, проводятся выставки собак. Сейчас поснимаю. Там яйцо! Комната. Сидит, ест это самое, штрудель. Блять, куда? Куда? Она будет у тебя звезда Ютуба. А, здрасте, звезда Ютуба. Привет, привет. Ну так она ж красотуля. После вас, дорогой. Ну она ж красотуля у тебя. Ну что ж, какая есть. Тамара Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Вы опять будете делать репортаж? Ну а как же, вы все будете звездой Ютуба. Да вообще, да, спасибо. Ну это красавица или красавец? Это красавец, да. Это красавец молодой, который тоже будет звездой скоро, ну пока. Как его зовут? Фрэнки. Фрэнки, смотри сюда. Правильно. Будешь звездой Ютуба. Здравствуйте. Здравствуйте. Это не говорил, что это Это сюрприз. Так, Юлечку, Юлечку. Вы все будете звездами Ютуба у меня. О, моё. Круто, круто. Ну, что? Как там? Грудь вперед, таз назад, нет, все, нет, все, все. Так что, это или это? Это, да? Это. Все в себя. Все в себя, да. Позови. Гулёнчики. Гулёшка, тебя прямо не узнать. Ты что, не узнаешь? Ой, здравствуйте. Ой, папа пришел, папа пришел. Ой. Радости, радости. Да, гулёшки. Папа пришел, папа. Вот она кого любит. Она его больше любит, чем меня. Мужики. Мужики пришли. Бог.
Бог пришел. Мужики пришли. Ну иди еще поснимай. Так ты что, не ждать, пока мы стоим? Тебя как зовут? Казанова. Опа, Казанова. Ну раз удивленный, да, это я. Хорошо, будешь и у нас. На трассу. Ой, смотри, призовой фонд. Пойдем в призовой фонд. Ну, иди с ними призовой. Сегодня хорошая погода. Выставки благоприятствуют. Собак много. Сколько собак сегодня? Около 500 собак. Выставку проводит клуб Доллс. Руководитель Гергель. Как его зовут? Юрий Николаевич. Улёша. Улёньте. Выставка ранга ЦЦИП. Светлана, что такое ЦЦИП? Это международная выставка. Это собаки зарабатывают титул на кандидата международного чемпиона. А ЦАЦ что такое? ЦАЦ это национальная выставка. Это зарабатывают титул, чтобы стать чемпионом своей страны. Понятно. Да, конечно. Оксана, которая...
канал. Давай, трогай. Гуля сегодня взяла второе место. Ну ничего, второе место тоже хорошо. Зато она у нас самая красивая собака. Все равно она лучшая, да? Гулечек, вот так, давай. Тём-тём, папе. Напомню, сегодня 5 июня 2016 года. Это Днепропетровск. Мы находимся на стадионе Агросоюза. Это Нижнеднепровская 1. Сегодня здесь проходит выставка собак. За пару слов про выставку. Ну, у нас все хорошо. А на твой взгляд, как эта выставка? Нормально все? Я думаю, нормально. Солнышко светит, дождя нет, все спокойно. Размеренно. Мы удачно выставлялись, да, скажи, да. Наша далматинка, ветеранка, вспомнила, как она красиво бегает, все показала, что умеет. Ну, а сейчас еще ждем следующего ринга. Понятно, спасибо. Да, спасибо. Вот вам самая красивая собака в мире, Гуля. Да. Субтитры сделал DimaTorzok.